Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. Сегодня наконец-то пришло время качать енота на 15 уровень. Да, даже немножко не зацепим по атрибутам 16. Посмотрим там, что взять, что не взять, потому что не всякие атрибуты полезны для нас будут, по крайней мере, на текущий момент. Ну что же, вот он, 15 уровень, давайте прокачивать. Скидочка 25% сейчас там действует, ну, у меня, по крайней мере. Ну и вот он, 15 уровень, 1400 хпшечки добавляется к нам к енотику. И енотик по хп становится уже за десяточку. А то может даже под один. Давайте сейчас глянем, я просто не помню. 10600, неплохо, неплохо, да. Ну и мы сейчас немножко прокачаем его дальше, потому что скидочка действует, поэтому будем качать. Тем более тут как бы немного по цене самой. Ну и залутаем атрибуты и, конечно же, залутаем бонус к урону копья. И, наверное, последний вот атрибут не будем брать. Хотя, надо бы, наверное. Но мы пока делать этого не будем. Мы сейчас пойдем и глянем, что у нас вообще по атрибуту. Итак, на бомбу нам дался один атрибут, который, ну, здесь, по сути, кидать некуда. Вот два предмета, ну, два параметра, которые стоит кидать. Радиус вообще ничего не изменит. Это, знаете, как к нулю прибавлять 10% будет 10% от нуля 0. Вот примерно так это и выглядит. К луку бы атрибутов набрать, но там, если не ошибаюсь, их нигде не было, да, в ближайшем будущем. Давайте глянем. Ну, вот один атрибут в лук был, почему он у нас не отобразился? Нет, есть все-таки, есть один атрибут, то я уже что-то туплю, ребят, извиняйте. Ладно, давайте один атрибут распределим, нам, наверное, стоит все-таки взять дальность, хотя на еноте мне хочется выстреливать весь урон побыстрее, а тут сколько, 3% скорости? Нет, 3% скорости много не дадут, поэтому берем дальность и копье. Тут уже вопросик, что по копью у нас имеется. А по копью целый один атрибут, ну и в принципе тут уже бросать некуда, хотя хотелось бы, наверное, брать скорость, но 5% тут бесполезно. Или полезно все-таки, а как думаете? 5%, ну давайте, для ДПСа будет полезно все-таки. Быстрее долетит до противника, быстрее продамажит, быстрее можно начать КДшку, по идее. Ну что ж, енот готов, будем играть через бицуху пока что. Да, будем бустить рейтинг дальше, возможно, с хорошими игроками. Если сейчас будем умирать часто, ну возьмем укол адреналина в любом случае. Потому что, ну, выбора нету. Около адреналина штука полезная, даже слишком, и поэтому без него никуда. А что, игра зависла, да? Понимаю. Так, ребятки, мы продолжаем. В общем, зубы, происходят какие-то странные вещи. Заметьте, у меня сейчас только что переместился предмет бицуха в начало строки, хотя он был в конце. Ну, вот так вот, да. Зубы, как всегда, ничего не меняется. Сама по себе все делает, что хочет. А вы типа терпите. Ну ладно, погнали, в общем, в команды бои. Смотри, 15 енота, хотя бы 15 уровень не откатило, и то хорошо. Все, погнали. Да, надеюсь, сейчас загрузочка у нас пройдет, а то как-то стрёмненько немножко. Ну, может, пролагало, вы знаете, зубы, как всегда. О, загрузочка пошла, приятно. Приятненько. О, очередной Генри с феромоном. Я уж хотел обрадоваться, но нет, не обрадуюсь, наверное. Да. Очередной Генри с неферомонами. Наш Генри решил ворваться в бобра. Нет, решил не врываться. Ну, значит, пойдем в другое место тогда. Нам бы бицуху, конечно, набить. Но, судя по тому, что я вижу, мы ее вряд ли набьем. А может и набьем. Конечно, мне тут уже не дадут ничего. Поставим капканчики, закинем много урончика. Впритык к жирафу, конечно, попадать не будем. Так, Равика добили. По бобру бахнули, по кому-то там еще бахнули. Так, этого добиваем. Аптечка выбивается с него. Нужно ее залутать сейчас. Да блин, дайте залутаю, ну. Бесит просто, как же бесит. А что с моей командой? Они еще есть, они еще живые. Так, залутаем сейчас аптечку назад. Ага, залутал, конечно. Ну да нет, течку, Лизи, слышишь? Ну блин, ну почему? Душнилы, блин, вам лишь бы побегать. Вот. Понимаете, они бегают, фигней страдают. Ничего не делают. О, уже эти, кстати, аптечки нет, походу, да? Или есть? Я, походу, лишнюю аптечку потряс случайно. А нет, не было. А нет, точнее, была. Ну ладно, неважно, мы сейчас тут залутаемся, у нас есть аптечки. А что, у нас двое стало? Серьезно? А где остальные делись? А где Генри с кофем этот полезный? Невероятно. Так, мы пока что просто держим оборонку, вот такую вот интересную.
Закидываем свои бесполезные гранатки. Шотаем хамелеончика. Пока что. Ничего особенного, в принципе. И выбиваем аптечки с наших противников. И хилимся. Главное, это хилиться сейчас побольше. Да. Хилимся побольше. И убиваем. Хилимся и убиваем. Ничего прям сложного нету. Бесполезный никс, конечно же, мне очень помогает. Прям очень сильно. Как бы я без него справился, я даже не знаю. 10 киллов сделали. Нормально. При том, что ботов я почти не убивал, если что, да? То есть вы понимаете, кто все склады убил и почему. Так, отхилимся, красивенько все. Аптечка залутали. Ну чё, осталось дотащить последних двух противников? С Бодей. Бодя, тащи! Надеюсь, Бодя затащит. Ну, судя по тому, что я видел, не очень. Ну, как говорится, Генри Скоффин был полезен. Не, ну в реальности он что-то там делал. Я видел, как он убивал там противников, все такое, пока я этот сквад убивал здесь, да, и кого-то потом я сверху еще. Ну, короче, неважно, кого я убивал. Мне кажется, я 3 сквада убил. Частично, конечно, не фул. Хотя, ну ладно, один фул убил, так и быть. Вот енот с луком, бицуха, все-таки, видите, вот есть моменты, когда эта бицуха, она прям нереально вытаскивает бои. Поэтому польза в ней есть. Тут без этого, как говорится, не обманешь, да, но, опять же, польза это она не такая большая, если у тебя адекватный сквад. Для адекватного сквада, наверное, если он с тобой играет, конечно же, то лучше всего, чтобы у тебя был адреналина. Конечно же. Да, лучше было бы, если бы он был. Но у них даже аптечек уже не было. То есть ту аптечку, которую они потом назад залутали, им чисто повезло. Кстати, Ник сделал один килл. Жесткий, Бодя жесткий. Ну ладно, мы изи тащим. Начало хорошее. Бицуха пока, вот видите, даже зарешала этот бой. Причем очень сильно зарешала, потому что настаканная бицуха дает очень много. К победке, конечно же. Потому что, ну, вы видели, я один соло остался, мне нужно было убивать сквад. Блин, как же задолбала эта картинка. Каждый раз вылазит после каждого боя. Я же немножко уже отстал. Ну ладно. Сейчас будем тащить, надеюсь. Правда, я надеюсь, что это будет как бы, ну, немножко командной игры, а не вот как сейчас было, то, что там сверху дерутся, снизу дерутся, нас сквады как бы окружают, приходится разделяться и все такое. Надеюсь, этого не будет. Надо бы сразу залутать, скорее всего. Лучок прекрасный. Вообще, граната на иноте такая штука бесполезная. Ладно, надо идти с командой. Надо идти с командой. В любом случае. Копье сейчас залутаем здесь какой-нибудь. Надо догнать этих чудиков. А, все, мы отъехали, я понял. Команда меня бросила. Просто стоят впритык такие, игнорируют противников. Ну, а чё? И сверху склад, и снизу склад. Как приятно играть в эту игру. Луи у нас умер, Лиззи умерла. Чё, вариантов немного действий. Ну все, я откинулся, меня сейчас задушат, скорее всего, да? Там еще королевские с феромонами. Но тут было видно, по-моему, скваду, наверное, с самого начала, то, что мы заспавнились возле музея и не пошли в музей. Хотя там вроде сквад сверху был. В общем, ладно. Неважно, в принципе. Тут нам чисто не повезло. Ну вот да, такая игра на везение. Интересно, это кенгуру с моей команды был или нет? Очень интересно. Если он с моей команды был, что он делал все это время? Ну, ладно, не будем. Тут бы, как говорится, мне кол адреналин не помог, поэтому... О, каждый бой одно и то же вылазит там. Я устал. Душит зубы, как никогда. Особенно с тем, что новый предмет не выпускают, нового персонажа не выпускают, новую карту не выпускают. Зачем показали, непонятно. Но очень интересно. Ну и я, конечно... А нет, я залутался. Фу, беру слова назад, ребятки. А то что-то показалось, что это не я залутал, знаете. Странно смотрелось. Ну, по мне так странно смотрелось. Ладно, у нас тут сейчас будет и ботик, и копье. Но в этот раз, да, не я, к сожалению. Журавчик сейчас залутает здесь у нас гранатку. Опять не я, конечно же. Кто же, как же еще могло быть по-другому? Видали, кстати, гранату кинул, а ее урона не хватило. Нормальный урон с гранаты. Ага. Шикарный, я бы сказал. Погнали назад, чего вы куда пошли? Там у нас, чувствую, замес уже между этими двумя. Бакса на льме святого ощущаю я его немножко на расстоянии. Ну, как говорится, кому что нравится, тот с тем и играет. Бак, хоть и там уровень 10. А ну, есть на льме святого? Так, по-любому есть. Я ж видел, как он по воде бежал по карте. Интересно, что там за другие предметы было бы узнать? Интересно, очень. А ну-ка, кассеточка есть? Нету. То есть уже теряем ДПС в замесе. Понимаю.
Видели, рандомные шоты у меня залетают, ага. Нравится, нравится. Когда в тебя в рандомные шоты залетают. Так, сразу лутаем аптечку, конечно же, не даем ее противнику. Я, наверное, сейчас немножко по-другому, неправильно играю. Нужно играть более командно, командно, команда. Как же не душно-то, а? Как же не душит так командная игра. Так, золотарь, аптечку, это хорошо. Моя команда вся умерла, конечно же. Как же могло быть по-другому? Я, у меня аптечка не жмется, задолбался я ее жать. Ну, блин, 19 уровень, 15 уровень. Там еще у них в команде был 16 Тони. И моя команда очередных. А нет, 16 Тони был не с ними. Ну ладно. Это все равно обидно. Просто смотришь на свою команду. Что они делают? Взяли, умерли, взяли, умерли, взяли, умерли, взяли, умерли. Взяли, умерли. Еще можно рассказать, да? Обидно, обидно. А хочется 1200 рейтинга апнуть. Но деваться некуда, придется терпеть. Сами понимаете, какие игроки играют на 1200 рейтинга. Да, тебе не 1600. На 1600 там получше. Там в основном абузеры играют, да. То есть за тебя получается какие-нибудь там, знаете, 3 абузера. Ладно, 2 абузера какого-нибудь, не знаю, 15 уровня, да. И парочка, не знаю, твинов, которые в первом уровне, да. И вот ты сидишь своим тоже 15-м условным, да. И смотришь на это все и думаешь, какого, блин, это происходит со мной. А да, это судьба. Ну, конечно, не я убил, конечно. Ну, этого хотя бы я успел копьем зацепить, но, блин, обидно. Залетел, закинул 3 гранаты, ударил луком, да, все было красиво, все было красиво. Но нет, нет, не достал, не попал, не зацепил. Никс уже хп теряет. Где ты хп теряешь? Так, ловим противничком. Я извиняюсь. Что-то горло пересохло, надо было выпить водички. О, костяк. Это ж надо было тем навыком нажать, не вовремя. Угу. Этот момент я подпадал специально, чтобы так бахнуть. Автоатака, кстати, бахаю, заметьте, как красиво. Ни в кого не попадаю, но бахаю. Красота. О, у нас золотой лук появляется. Это хорошо. Сейчас будем за счет него разваливать, наверное. Ой, что-то вообще в горле пересохло. Я извиняюсь, ребятки, сейчас бахну водички. О, все, полегчало. Прям вообще нахлынуло, не знаю, что-то как-то резко. Резко, неожиданно. Надо водичку пить, водичка это хорошо. Стоп, не умирать! Не умирать, не умирать, не умирать, не умирать! Не умирать! Бах, ты что такой дерзкий, а? А ну не я сказал не умирать, значит не умирать. Не умирать! Жить! Приказываю жить! Бобер, кстати, какой-то очень добрый. Видали, я был в капкане, но все равно прокинул урончик красивый. Фух. Блин, конечно, это было неожиданно, в горле пересохло. Прям слова даже сказать не мог, понимаете? Там сразу кашель начинался. Хотя вот до сих пор ощущение того, что не закончилось это все. Надо бы еще водички бахнуть, ладно. Фух, блин. Что-то неожиданно прям было все. Ладно, надо врываться. Минус акул. Блин, вот я бочку прожал, понимаете? Она прожалась. Ну как прожалась? Кнопка на нее нажалась. Но сама бочка не решила не прожиматься. Это было печально. Потому что меня бы это спасло от урона начального. Опа, сюда аптечечка лишняя. Приятненькая. Отжимаем легендарный лук, конечно же. Ох, как же я хотел бы поиграть на нашем прекрасном персонаже с легендарным луком. Потому что, ну, на енотике, вот, ну, посмотрите. Ну, вот просто за секунду вылетает столько выстрелов. Это настолько жесткое оружие. Ну, я, наверное, самый лучший лук в игре на данный момент. Хотя, мне так кажется, по крайней мере, потому что, ну, вот я по еноту это заметил. Но, опять же, сможем ли мы его хоть раз реализовать? Ну, в плане того, что возьмем легендарный лук и сделаем, наконец-то, залп по противнику впритык какому-нибудь, да? Желательно 15-му Брюсу, чтобы посмотреть, насколько же сила, мощь енот. Ну, опять же, когда это случится, тогда это случится. А пока что этого не получается сделать, такие вот дела. Это все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.